Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Я вам расскажу о новинке, о приятной новинке от компании Oriflame. Это диффузор для дома. Диффузор — это специальный флакон, в который помещена парфюмерная композиция. В данном случае Oriflame создала цветочно-водную композицию, и аромат очень напоминает аромат из серии Swedish Spa, но мне показалось, что он немного нежнее и более такой вот приятный. Как устроен диффузор? Давайте начнем с самого начала. Во-первых, он приходит вот в такой красивой коробке, и это будет приятный подарочный вариант, то есть она прям большая, классная. Флакон будет закрыт черной крышкой, и в комплекте будет идти вот такая золотистая крышка с специальным отверстием. Черную крышку не выбрасывайте, сейчас расскажу почему. И также в комплект входит 5 деревянных палочек. Что нужно сделать? Если у вас помещение большое, то можно, как у нас, например, то можно сразу все 5 палочек опустить в диффузор, и им нужно некоторое время, чтобы они пропитались этой композицией. То есть они сначала все были очень светлые и сухие, сейчас вот я вчера вечером только их сюда подгрузила, они уже пропитались, и я вижу, что они влажные. И каждая эта палочка будет очень долго отдавать этот приятный аромат. То есть, что можно сделать? Сейчас рассказываю вам лайфхак. Вы сначала ставите все палочки в диффузор, даете им время напитаться, но я думаю, что где-то сутки можно их оставить, на сутки. Потом берете все палочки и раскладываете в разных комнатах, можно одну положить в ванной, другую в спальне, одну в детской и в гостиной. А диффузор закрываете другой крышечкой, или если хотите, можете в одной комнате просто оставить красивую вот такую вот композицию с палочками и оставить, например, 2 всего палочки или 3. То есть интенсивность аромата будет зависеть от количества палочек. Так вот, а что я планирую сделать? Вот они сейчас все напитались, я положу 2 палочки в ванной, а 3 оставлю вот так вот в гостиной, потому что гостиная большая. Кстати, у меня сейчас была в гостях подруга, и она сидит и говорит: чем у тебя так вкусно пахнет? Я показываю наш диффузор, говорю: да, смотри, как классно, ты сразу заметила. Она говорит: такой приятный аромат. Я, говорит, сижу прям вот принюхиваюсь, и мне хочется его с собой унести. Вот, так что возможно будет заказ. Итак, все вам рассказала. Самое интересное, что когда палочки перестанут уже пахнуть, если вы их отдельно раскладываете, вы снова их погружаете в эту композицию, они опять пропитываются, и можно их опять также разложить. Примерно прослужит диффузор 5 месяцев. Опять же, как вы пользуетесь, да, кто-то будет закрывать и раскладывать палочки, кто-то будет все время держать открытый, тогда он выветрится чуть быстрее. Но в целом это очень приятный продукт, я рада, что он наконец-то у нас вышел, потому что я люблю всякие такие вот аромаштучки приятные с такими нежными ароматами, поэтому я рекомендую, очень хороший продукт. Спасибо вам за внимание, напишите в комментариях, заказали ли вы себе такой или хотели бы вы заказать себе такой продукт, и если уже пробовали, то напишите свой отзыв, я думаю, что многим будет полезно. Ну что, теперь точно пока-пока, до новых встреч, с вами была Лилия Донскова и диффузор.